Госдума Российской Федерации намерена принять законопроект, который запрещает розничную продажу лекарственных препаратов, предназначенных для медикаментозного прерывания беременности, заявила сенатор Елена Мизулина. Министерством здравоохранения достигнута договоренность о том, что закон о выведении препаратов, направленных на прерывание беременности, из оборота лекарственных средств будет принят. Достигнуто согласие о его принятии. Законопроект находится на рассмотрении в Думе, сообщила Мизулина в среду на круглом столе в Общественной палате Российской Федерации, посвященном всероссийской программе «Святость материнства». Всего же, по ее словам, в Госдуму внесены три законопроекта, посвященные профилактике абортов. Упомянутый выше – один из них. Другие два, как считает Мизулина, могут быть приняты в этом году. Сенатор убеждена, что лицензирование операций по прерыванию беременности нужно обязательно. Если будет отдельная лицензия, будет легче проверить, какое количество абортов и кто их на самом деле делает, отметила она. По словам Мизулины, в России запрещено использование абортивного материала, но обнаружить нарушения в этой сфере пока затруднительно.